Олег Кожемяка вручил знак особого отличия герой Приморья бойцу 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Владимиру Апанасенко. Глава региона навестил его в госпитале, где он проходит реабилитацию. По словам губернатора, такие люди, как Владимир Апанасенко, пример для каждого из нас. Ну, у нас по представлениям командира вашей бригады, вот, у нас вы награждены званием герой Приморья. С вручением медали Героя Приморья. Вот этого сертификата на выплату, где все прописаны поощрения. Вот. Мы по праву гордимся вашим подвигом. Вот. То есть вы пример для всех приморцев и для своей бригады, и для ребят. Они большой привет передавали только что. Был у них. Сегодня строй держит, как говорится, значит, уверенно в собственных силах. Вот. Ну а вот эта звезда Героя Приморья, это вам от всех приморцев за те воинские заслуги, за ту воинскую доблесть, которую вы проявляли в боях с нацистами на протяжении всего периода. Напомним, ранее губернатор от имени президента вручил медали Суворова и Жукова, а также краевые знаки особого отличия Героя Приморья бойцам в зоне СВО. Высокие награды получили военнослужащие 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Кроме того, Олег Кожемяка посетил также 60-ю отдельную мотострелковую краснознаменную бригаду, пообщался с бойцами, передал спецснаряжение, после чего привез необходимую помощь и бойцам добровольческого отряда «Тигр».